Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 2. Ремонт правого заднего крыла. Крыло и лонжерон буду равнять. Итак, ставлю на стапель и разбираю. Машина разобрана, и теперь вы можете видеть все повреждения. Первым делом вытягиваю лонжерон. Заодно тяну и корыто для аккумулятора. Теперь вытягиваю крыло и придаю ему форму. Закрываю багажник и смотрю зазоры. Правый зазор немного меньше левого. Выравниваю. Теперь все в порядке. Все, что смог, вытянул. Теперь приступаю к рихтовке крыла.
В этом месте я буду использовать споттер. Итак, с крылом я закончил. Теперь буду удалять нижнюю часть крыла, карман, и на столе его равнять. Удалил поврежденные куски и теперь дотягиваю лонжерон. Чтоб удобнее было выровнять залом, вырезал вот такое вот окно. Как видите, он начал трескаться. Дотягиваю его, выравниваю, затем выставляю по уровню и завариваю. Итак, лонжерон стоит на месте. Все сварил обратно. И теперь могу заняться ремонтом поврежденных частей. Вот они. Выравниваю их на столе. Отравнял вырезанные куски, теперь свариваю их обратно. Теперь при помощи споттера исправлю заднюю панельку, она немного повреждена. Работы с металлом правого заднего крыла я закончил.
Осталось немного отремонтировать заднюю крышку багажника. Работаю со споттером. Работы с металлом я закончил, голый металл замазал грунтом и теперь устанавливаю все детали задней части машины. На этом работа с металлом закончена. Отдаю машину на покраску. На ремонт этой машины ушло 9 рабочих дней. 4 дня работы с металлом, 5 дней покраска. Теперь вы можете увидеть результат. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!